Это визиточка, визиточка такая. На самом деле, мне очень приятно, что у нас в студии наконец-то коренные москвичи. И называются они как коренные москвичи. Это группа «Мегаполис». Что? Да вы ли Вильям москвич? Шовинист москвич, московский просто. А мне тоже нравится. Нет, между прочим, они себя называют настоящий московский ансамбль. И я думаю, так сказать, это не оговорка. Все, спасибо, 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 друзья. Спасибо. А, ну или мы должны сказать это, наконец, вслух, да, и внятно. Друзья, группа «Мегаполис» у нас в гостях. Так, дороги. Олег Нестеров идет первый. Это же группа «Мегаполис», правильно? Привет, привет всем. Здравствуйте. Олег Нестеров. Здравствуйте. 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 Прошу прощения, но в лицо я знаю вот Олега. А с вами познакомимся в процессе. А вы, кстати, почему в черном можно? Можно? Сразу вопрос. Ну, сильные парни, а что? Ночь же. А чтоб ничего не отвлекало. Правильно. Хорошо. Так, только я, знаете, я же внизу сидел. Внизу, пожалуйста. Видишь, Илья, музыканты нас выдавливают, да? Мы все вжимаемся в диван. Да ничего. Так, группа «Мегаполис». Ну. Сейчас, минуточку. Хорошо. Готовимся. Давайте, может быть, тогда действительно... Концерт пройдет при использовании все-таки электричества, как бы мы этому не сопротивлялись. Ну, в небольшом количестве, да ведь? Небольшом. Без злоупотребления. Без злоупотребления. Начнем с песни. Давайте. А потом начнем беседу, неторопливую, дружескую, как положено, конечно, поздним вечером, да? А что это будет за пьеса? Это будет песня «Супертанго». Собственно, мы молчали 14 лет и выпустили альбом в начале 10-х. Он так называется «Супертанго». В общем, сейчас мы эту песню сыграем. Давайте. Давайте.
Слышишь из-за двери свет, слышишь, словно шум прибоя, дарит слезы, дарит сон. Дай мне силы, если ассоциация какая. Однажды мне один мой друг, бывший коллега, когда работал в музыкальной станции, диджеем, и я услышал песню Эрик Клэптон «Лейла». Помните эту оригинальную версию? Она же длиннющая, минут 8. И там 2 минуты, вот известно всем, попсов вот этот вот очень мелодичный кусочек со словами. А потом на 6 минут запил такой. И мне Тёма Левадов говорит, вот ради этого все это и было написано. Конечно. Говорит он мне. Конечно. Так, да? Ради этого все это было написано. Ну, правда. Правда. Так, видите, я почувствовал, вы да? Вы в этом музыкант? Или в следующем году отмечаете 25 лет? В этом. Будет уже совсем скоро. Кстати, мы это делаем 15 апреля в легендарном зале Политеха. Знаете? После политехнического музея. Да, это вот большой этот лекторий, большая аудитория. А почему выбрали именно Политех? Знаете, как-то нам предложили на выбор несколько площадок, и еще там ничего не началось, еще не начался там политеатр. Который сейчас Эдуард Бояков делает, замечательный просто, я был на спектакле. Просто мы сразу клюнули, потому что мы хотели сделать этот юбилейный концерт, такой музыкально-поэтический вечер, потому что мы часто обращались к хорошей поэзии. Собственно, один из отцов-основателей нашей группы – поэт Александр Бараш, который, собственно, да, нам название придумал, и который подсовывал нам и Бродского, и Кузнецова, и Вознесенского, и, в общем, писал для нас прекрасные стихи. Поэтому, в общем-то, на этой сцене будет и музыка, будут и стихи, которые будет сам Бараш читать. И, в общем, пройдем еще раз этот круг дважды. В Политехе, кстати, там же проходит публичная лекция про науку 2.0. Видите, как все у нас закольцевалось? Я хочу сказать, что там какой-то портал. Там какой-то портал. Нет, там отлично. Там вот эти березовые деревянные панели, и там, когда садишься, тебя уносит абсолютно. Подожди, а первый концерт «Мегаполиса» именно, да, если я ничего не путаю, и Википедия не путает, с которой я сейчас сверился буквально, в 87-м году состоялся. Да, в 87-м году, да. Как раз 25 получилось, 25. Если считать строго. Лёх, понимаешь? Да, сейчас уже калькулятор. А вы, значит, молчали до этого предыдущего альбома, 14 лет молчали. 14 лет. Вы молчали в альбомном смысле или в концертном? Мы молчали, в общем-то, в альбомном, и мы не давали публичных концертов в Москве. С Михаилом Габалаевым, собственно, с кем мы
вместе 25 лет, мы занимались продюсированием. Мы на тренерской работе. Снегири. Это отдельная история. Сейчас дай. Я просто мне интересно, сколько еще планируете молчать. Еще не наигрались вот с супертангом. Нет, ну у нас в работе сейчас достаточно плотный новый материал. Мы его разыгрываем, мы очень поглощены. В общем, вы нас не будете мучить столько лет. Нет, больше не будем. Давай, хватит. Слушайте, а видите, как вы говорите, расширение Москвы. Мне только сейчас опять пришло в голову, что одна из тем, которую мы сегодня уже, очевидно, не успеем взять, возьмем обязательно завтра. У нас на этом фоне выступает А, группа «Мегаполис», и Б, всегда под заголовком идет «Настоящий московский ансамбль». Раньше шло, по крайней мере. Ну, в 90-е шло. Было. Да, в 90-е было. И как-то я понял, настоящий что... «Настоящий московский ансамбль», я не говорю. Пики нашей активности «Мегаполис» составляли с такими рэперными точками, не от слова «рэп», в развитии Москвы. То есть это... 87-й год – это рассвет Горбачевской перестройки. Так. Начало 90-х – это смена вех. 90-е годы, собственно, вся эта активное наша прекрасная дикая ситуация. И, собственно, 96-й год, и потом вот все 2000-е мы молчали. И пока была гламоризация и там автоматизация и так далее, и Москву мы перестали. И потом вот в 2010 году, до расширения, когда забрежило, когда Москва, в общем-то, чуть-чуть стала посылать какие-то иные флюиды, наступающие кто-то 10-е. Кто-то утратил доверие, кто-то пришел. Нет, флюиды, я думаю, Олег-то имеет в виду под флюидами не отсутствие там Юрия Михайловича, а что-то, может быть, более метафизическое. Нет, ну вообще метафизическое, конечно. Когда город опять становится родным. Да? Да. Слушайте, а в чем это проявляется? Архитектура, люди, что это? И почему в 2010-м вдруг, вот как вам показалось, он стал... возвращаться. Вы знаете, мы же рецепторы, мы все, мы сидящие, мы же одни цветочки на одной яблоне. Собственно, сущее нами мир щупает. Поэтому нами щупает мир, и мы понимаем, что что-то здесь не очень. Почему? Мы рецепторы, мы эмоции свои передаем. Нет, смысл в том, что бывает, что рецепторы разные чувствуют. Но вот вы почуяли эту штуку? Нам хочется должны... уловить. Да. Все мы одинаковые, в общем, но чувствуем разные. Потому что одни находятся в одном месте, другие в другом. Все одинаковые, да? Хорошо. Короткий блиц. Rolling Stones или Beatles? Ну, Beatles, да, понимаю. Facebook или Love Journal? Ну, Facebook. Очень короткий блиц. Самый короткий в истории. Не, Open Space тогда уж, наверное, да? Нет, ну про Open Space не было, ничего сказано. Это же выбор был. Конечно. Love Journal или Facebook? Нет, третий вариант не всегда есть. Так, я предлагаю еще раз, не то чтобы еще раз, и прерваться тоже неправильное слово, наоборот, как-то возвыситься, что ли. А, спеть, что ли? Ну да. Хорошо, как раз про московских ангелов. Вот это отлично. Давайте. И познакомиться со мной. Я улыбнусь ему совсем, как в детстве, поглажу крылья за спиной. И ангел смотрит сквозь меня с немой улыбкой, и жизнь становится далекой и чужой, как будто я в кино и на экране зыбко. Все это кажется со мной и не со мной. Откроет ангел книгу происшествий и познакомится со мной. Я улыбнусь ему совсем, как в детстве, поглажу крылья за спиной.
Они ясны, и смерти больше нет. А есть один на том этом свете, прозрачный, тихий, бесконечный свет. Откроет ангел книгу происшествий и познакомится со мной. Я улыбнусь ему совсем, как в детстве, на даче в первый день весны. Слушайте, ну чего, нам надо как-то это, да? Там же девушка идет. Я думаю, ребята, заворачиваться пора. Да. Можно мне один вопрос? Я не знаю, будет ли он последним, но для меня важен. Просто обычно музыкант... Да, по последнему. По последнему. У меня тоже есть последний вопрос. Музыкант обычно надменно отвечает. Ага. Ну, это дело критиков, определяет, что за стиль. Но вот профессионал музыкального бизнеса, это доставляет немало хлопот. Потому что однажды меня вызвал мой первый директор музыкальной станции, я работал, говорит, слушай, сделай такой плейлист, чтобы музыка была, чтобы она, знаешь, как вот тебе объяснить, ну, клевая. Я пошел делать клевый плейлист. Ну, скажите, как стиль называется? Наш, что ли? Ну, да. Ну, эта композиция скажите, была, пожалуйста, ему стиле, успокойтесь. Была сделана в стиле Небесного Рапида. А, Небесного Рапида. Конечно. Ну, вот, а вот таких же групп примерно одна. Будешь? Нормально. Играющая. Вот, и теперь у меня есть вопрос. Значит, я где-то в интернете наткнулся, что для аренды первого своего магнитофона вы поехали к вам, Олег, на дачу, собрали яблоки и на Преображенском рынке, я специально записал, продали их, чтобы арендовать магнитофон. Сколько, ну, да, денег, Антонов, сколько денег заработали? Я не помню, но, по-моему, нам нужно было рублей 30 или 50 за четырехканальный. Да, четырехканальный. Потому что, но нам было всего 25. 25 рублей за всего неделя, потому что потом «Мираж» начинал записывать на этом же магнитофоне. Легендарный четырехканальный. И мы с Михаилом не спали целую неделю, потому что мы днем работали на работах, а вечером мы приходили на репетиционную базу и писали, чтобы быстро все записаться. Ну, собственно, и так вот. Такие были прекрасные и чудесные времена, которых мы вам. А как вы Лещенко нарядили? Ну, Лещенко, он исполнил текст Бродского, и одухотворил он Бродского. На самом деле, Лев Ильянович, ну, настоящий. Нам нужен был голос эпохи, потому что сам я не тянул этот текст, ну, самый тихий. Ее с Москвы, как он может спеть? Бродского в постпанке. А Лещенко, в общем, взял, подошел к микрофону, как думал, как одухотворил, и сразу все, там, в тексте все появилось. Еще один термин появился: постпанк и небесный рапид. Ну что, мне все ясно. Все ясно. Есть вопрос, но мой вопрос долгий, я его запомню, а мы вас еще, я думаю, пригласим, тем более вы сказали, что ловко. Вы на... так, надолго можно прощаться. Можно я еще про Циолковского скажу? Конечно. Это просто в Циолковском будут продаваться билеты в политех. Циолковский – это магазин в 7-м подъезде политеха. Все, все. Друзья, Политеатр, 15 апреля. 15 апреля, Политеатр. Мегаполис, 25 лет. Спасибо, друзья. И сразу выгоняют, да? Мы не выгоняем. Вы хотите остаться? У нас девчонка придет. Если хотите, можете... Хотите, ну что вы, а то вы будете отвлекаться, вы лучше... Нет, вы нам саккомпанируете что-нибудь. Нет, нет. Они вам втроем приходят с опаской. Спасибо, друзья. Спасибо большое.